Йо-хо-хо, матрос! Сегодня очень эпичная серия. Мы наткнемся на огромное морское чудище и дадим ему бой. Поэтому смотри видео полностью, чтобы не пропустить ни одного момента. Приятного просмотра! А чё, кто за штурвалом? Тут не говорит, что Антон за штурвалом? Нет. О, да, нет. Поговорим. Не говорит, что Антон за штурвалом. Да, ой, нет, так всегда рулил. Бухать за штурвалом. Конец нашему кораблю, конец. Постоянно еще. Рулил, и все нормально было, даже бухим рулил. Ты своим опелем рулил, да рулил, что движок посадил, Антон, кораблем ты в курсе, посадишь. Антон, что мы не туда плывем, нужно на СЕ плыть. А. У меня есть задание на курочку. Кракен, Кракен, да чё? Мы ещё ничего не взяли. Чё? Какого чё? Хрена так часто? Пацаны, готовьтесь. В море насрали, все, значит, Кракен пришел. Понятно, все. Я уж даже не удивлен. Я просто не удивлен. Почему пушки не заряжены? Потому что за штурвалом ты был. Забежать некому было. Не забывайте корабль ремонтировать, он будет пробивать его сейчас. Готовьте чинить, готовьте чинить. Давай, давай, давай. На тебе, вороток, тварь! На тебе! Меня! Кого-то захавали! Меня забрали! Миша живи там! О, спасибо! Хорош! Меня сожрали, пацаны! Где? Я не знаю, где! С какой стороны тебя забрали? Сзади, сзади! А как мне выбраться? Я сзади! Чините корабль! Чините корабль! Где за ним ты? Меня ж... Я чиню корабль. Что со мной происходит? Он меня убить пытается, пацаны, помогите, я слева по борту. Да подожди, дай Кракен мочить. По низу, Саня, стреляй. Понял. Всё, минус 2 щупальца. Я банан съел, меня убили. Спасибо. О, чёрт, ничего, тут щупальца. Чините корабль, чините кто-нибудь корабль снизу. Пошёл отсюда. Да там нет пробоя, нет пробоя. Мы целые? Да. Щемите щупальца, он схватил нас. По нему, именно стреляйте по нему. Какого хрена его щупальца на борту? Ах ты тварь такая, а? Стреляйте по нему, ребят, стреляйте. Его можно рубить, Кракен. Кстати, просто. Руби. А у меня не рубить. О, черт, у меня мало рубить этого. Рубить надо. ХПшки. ХПшечки мало. Поешь банан. Ем банан. Пошел вон. Я иду помогать. Я иду помогать. От щупальца избавьтесь. Нужно избавиться от щупальца, который качает нас справа-влево. Твою ж за ногу. Стреляйте по нему и рубите. Пацаны, надо избавиться от щупальца наверху. Где доски? Слева от ядер. Нашел, все хорошо. Я мочу щупальца, ребят, давай, я мочу щупальца. Со своего же боевика. Давай так. Есть, он отпустил, хорош. Отлично, все. Офигеть, завалили. Да, вижу щупальца. Справа по борту еще есть, пацаны. У меня ядра закончились. Ядер нету. Вообще в корабле ядер нет. О, меня схватили изнутри. Ядер нет. Как изнутри могли? Меня схватили, Саня, справа по борту, вытащи меня, отпусти. Или слева. Нет, слева по борту меня забрали. Помогите мне! Постреляйте, пожалуйста! Мы не видим тебя! Я вижу его! Антон, постреляй, я сзади! Спасибо! Опять он корабль обвил! Выпусти меня, гнило! Кракен, отпусти! Меня что, съели, что ли? Да! Ой, чернила! Посмотри, он на мачту кинул на корабле, охренеть! Черт, меня съели! Че он? Я на мачту наверху закинул. Стреляйте, пацаны! Стреляйте, пацаны! Нам жопа! Я чиню корабль! Почему его так много, этого Кракена? Ты по этому стреляй, а я по которому нас держит. Все, выплюнул? Давай. Тебя еще не выпустили, Миша? Пацаны, сейчас это! Блин, ну меня в другую сторону запустил. Че, корабль? Много воды в корабле. Много! Ебан, Миша, тонем! Миша, тонем! Соси воду, Миша! Капец! Я чиню, Саня! Соси воду! Мы еще не утонули, уже утонули. Пойдем, твари, ту загасим. Вон он по стрелям по курсу. Ресурсов, там, видимо, кого-то сначала другого захерачил. Да, я тебе говорю, там по-любому, Саня, поднимай якорь, Ресурсов нет. Ребята, у нас тут какие-то дауны на шлюпке. Это наши дауны вообще-то. Это мы, придурок, блин. Вот ты мудак, слышишь? Так, я вижу его, идем прямо на него, прямо по курсу, Крякин. А? Чуть-чуть левее на него. Да, я вижу, я взял правее, чтобы увидеть, где он. Нет, другой, да. Ребят, у вас русал появился, Миха, Антон? Нет русала. Да мы доплывем. Не, еще вы там как вообще? Быстро? Мы возле Кракена, пацаны. Да, мы уже почти доплыли. А он исчезает. Он...
У него только два щупальца осталось. Быстрее. Мы прям вплотную, Данил, к этим черным водам подплыли. Посмотри, реально. Да. Мы прям вплотную к этому кракену подплыли. Миша, нас не перевер... Миш, давай... Нам сейчас поломает, мы что делать будем? Как мы чинить будем остриваться? Он исчез? Да. Ну пойдем хотя бы клад соберем. Видишь, где клад? А вон вижу, ни хрена там черепов. Дыркой. Иду забирать. Давай, я жду тебя на корабле тебя, чтобы никто не подошел. Там один сундук, один специи. Пацаны, вы в курсе, что вот нам идет один трехпалубный корабль и один однопалубный? Урна с прахом? Я золотой клад нашел под водой. Тут потопили, тут кракен потопил кого-то, я вам серьезно говорю, столько сундуков. Да это я убираю флаг. Он выше, чем Данил. Посмотрите на нас. Вы где? Выше, чем Данил? Нет, не видим, где вы? Миша, это не смешно, волны выше, чем Данил. Ребята! Корабль из-за шторма! Вы на якоре, я надеюсь. Пацаны, вот мы! На якоре! Пацаны, вот мы! Пробоина в корабле! Там еще 5 золотых сундуков и 2 черепа, как минимум. Видимо, наверху. Я поднимаю якорь, все. Нам надо левее, Цань, слева куча сундуков. Полный вперед! Нету ничего. Слева я иду к припасам, сейчас мы подойдем к ним. Он сияет, ты увидишь, Антон. Я смотрю. Слева, лево. Дырка, якорь, Сань, дыркни якорь, заберем сундуки. Дырку, якорь. Уходите, шторма, наша посудина трещит как. Чини, Миша, нужно забрать-то припасы. Бегу! Чини, я забираю сундук. Давай, я помогу чинить, Миша, я воду выкачаю. Огромный сундук, ребята! Саня, это мой сундук, я к нему. С рудой. Давай, забирай все, руду, не руду, все нужно. О, так мы сейчас руду продадим и сможем... У меня доски есть. У Миши досок вообще нет. У меня одна доска есть. Ну мы хотя бы в глаза им посмотрим, что там за чуваки, рядом с ними пройдем. Вон, светится, правее бери. Так и так, правее уже некуда. Это ж не Зенторн. Что? Я вспомнил, упануло. Останавливайся. Офигеть. Это что там? Это там эта акула была какая-то или что-то страшное? Что это было? Это видите, с тобой, Антон? Вы слышали? Это что-то страшное было. Это мегалодон? Мегалодон еще, да хватит! То кракен, то мегалодон. Пацаны, я поздравляю, шторм и мегалодон нас преследует. Здорово, да? Нахер надо, просто плыви. Давайте на полный, сейчас ветер берем на паруса. Да, вон он вокруг плавает, смотрите, плавник какой здоровый. Шлите удочку этого, блин, мегалодона. Рядом, понимаете, кракен. Эти, призраки, пираты и мегалодон. Мы из шторма выходим, вот, пацаны, мы из шторма вышли наконец-таки. Правее бери. Справа да. Справа корабль. У нас доски заканчиваются, кстати. Но мы вышли из шторма, все хорошо, больше не будет трясти. Фонари, справа корабль. Это не игровой корабль, это... Че нужно этому мегалодону, блин? Справа. Все, пацаны, на твой... Окей. Да, мегалодон встал. Хорошо. Можно мегалодона поиметь? Красные глаза, ты издеваешься? Ребят, ну за эту серию, понимаете, нас напал мегалодон, на нас напал кракен. Еще мы видели корабль с призраками, это трындец какой-то. Они есть, это все в одном секторе. Мегалодон нас даже не куснул. Переложите эти самые паруса. Он бы куснул, если мы затормозили, но мы не затормозили, потому что у нас куча ресурсов дорогих, их продать нужно и корабль проапгрейдить. Да, мы прям на него идем, прямо по курсу. Готовьтесь, пацаны. Пойдем, пацаны. Не, подлопим мелкую собаку и пойдем на форпост. Мелкий замочим, да, эту мелкую собаку. Иди сюда, ушлепок мелкий. Так. У меня есть визуальный. О, хорошо, прям ветер мы поймали. Попадаете в него? Я подкинула на волне. Их двое. Полный вперед, полные паруса выставляем. Догоняй, чтобы догнать. Выставляйте, я стреляю. Да мы в принципе так, я думаю, его догоним. Вот это мы что, опять шторм заходим? Опять шторм рядом. Мы сравнялись, запушки, пацаны. Отлично. Наконец-то. Давай, право. Вы уже можете стрелять. Не попали. Правее возьми. Да, можем стрелять, огонь! Давай. Огонь! Теперь да. Огонь по собаке сутулой. Отлично, по собаке стреляем этой. По нижней палубе стреляйте. Щемите его, хорош. Немножко поднимаю паруса, чтобы не перегнали его. Они тонут. Ай, прям в башку зарядили снарядом. Антон, за штурвал, стань, меня убили. Понял, бегу. Что там по ресурсам, у них есть что-нибудь? Нельзя взять, нет. Ой, мне... Я тону вместе с кораблем их! Так выплывай оттуда! Выплывай. Ой, у нас корабль накренился! У них было что-нибудь там, Саня, или нет? Походу нет.
Че, бомжи нам и напали, а вон, только сзади, ядра... А сзади бочки. О, красивый вид, посмотрите, закат офигенный, просто. Где? Выйди, посмотри, ну уже все, мы за скалы зашли. Не так его видно, но очень клевый был. Кораблем интересуемся трехпалубным, давайте перекладываемся направо. Давайте не будем стоять, просто подойдем сейчас к нему тихонечко, на корабль залезем и все. Там, наверное, четверо. Он паруса поднял, видишь, задний парус он поднял, это неспроста. Да, вижу. Ну и подходи к нему, сейчас расстреляем побыстрее. Так, у нас максимально налево. Блин, а где мои ядра? Присам присоединяйся, Данил, господи, что ты такое? Почему я ядро не могу взять? Как зарядить ядро читерское? На четверку. Руки возьми его. Я пошел чинить корабль, блин. Я на абордаж. Ой, надо помочь, ну высасывайте. Я попал в них ядром читерским. Ой, нам ресурсов дали. Выкачиваю воду. Я убил. Где-то еще пробоина, блин. Они тонут тоже. Я двух раскидал. Красавчик, что с кораблем у них? Я мешаю им. Давай я буду бомбить им дно. Я третьего убивает. Все, третьего убил. Красавчик. Они тонут? Третий минус. Они тонут. Сейчас стрельну в них ядром этим, который забирает всякие припасы. Было очень по ресурсам? Ну, сейчас посмотрим. Они спутают. Пацаны, я на корабле. Вот, смотри, там плавает чел. Вон, что-то есть. О, красная бочка есть. Антон, тащи. Это бочка с порохом просто? Да, тащи нормально. Потратили кучу. О, сколько там, пацаны, там много всего. Ох, нифига. Там до хрена всего просто. Да вот кидай вот вниз, тащи эту любимую бочку. Куда ты? Ну попрыгивай, дебил. Вы четко пушку направили, да? Можно лететь? Да. Так, СЕ. О, ну прям чётненько, нормально. Чё тут, где Глад? Давай смотреть. Это СЕ, давай смотреть. А, это вот там, оказывается, ё-моё. Так, надо сначала понять, где мы. Вот где-то здесь. Нашёл. Нифига себе ты! О, бомби скелетов. Бомблю. Чё-то они как-то наглевшие пошли отсюда. Долбаные скелеты. Там какой-то крутой, кстати, этот сундук, смотри. Копай, я пойду другой найду. Давай. Так, этот, значит, был здесь. Ну тогда нам, получается, идти сюда нужно. Раз, два, три, четыре, пять. Так, хорошо. Там шлюпка есть, на шлюпке подгоните. Сейчас будет второй сундук. А второй сундук находится... Ага, он, блин, сверху находится, понятно. Окей, понял, принял. Нашел еще один. Нашел? Да. О, сундук капитана тоже. Нет. Еще один на острове. Ну, прям на одном из архипелага. Который на СЕ острове. Да быстрее копай, что так долго выкапываешь-то его? Лопата золотая, сундук золотой. Там же возле этого корабля я оставил сундук, если что. Ну нифига, он красивый, с турбинами такими классными. Да. Нашел? Ебой, все. Все. Нужно шлюпку, блин, как-то подогнать сейчас только. Ну можно, в принципе, в рукопашку доплыть-то, что, не страшно, не особо не далеко. Не доплывешь так далеко. А где еще, надо еще один сундук забрать же? Так, я пойду притащу его, а ты пошел. Разворачивайся теперь, что ты, салага. Как развернуться, да, Миха? Фига, что нашим кораблем весь в дырках. Давай, швартуйся. Сейчас швартуемся. А как швартуется? Он сам швартуется? На R зажимать, появится. Ой, что? Оп! Ни хрена себе. Все. Сундуки на месте? На месте, это хорошо. На месте сундуки, так. О, тут реально тупо, четко швартанулись, красавчики. Все. Вы сразу продавайте сундуки. А нет, все-таки одна. Пробоина есть? 777, 3 семерочки, нормально. Сколько за мой дадут? Неплохо. Продать. Что-то там с нашим кораблем не так, мне кажется. Сколько? О, 1000 дали. Отлично. Понравится игра и видео? Не забудь поставить лайк для продолжения и подписаться на канал.